Алтайские чиновники предлагают вернуться к идее строительства тоннеля в краевой столице. Об этом зашла речь на заседании в ОКЗС. Но основной темой встречи стала не подземная дорога в Барнауле, которая пока кажется фантастикой, а состояние обычных дорог. Как заявил министр транспорта Александр Дементьев, в этом году дорожный фонд края составит свыше 8 миллиардов рублей. На ремонт дорог только в Барнауле будет потрачено более 1 миллиарда рублей. Часть средств поступит в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на то, что в этот список не попал Рубцовск, власти обещают и в этом городе отремонтировать несколько улиц за счет краевого бюджета. Распоряжение правительства Алтайского края от 18 февраля номер 45 предусмотрены Рубцовску дополнительные субсидии в размере 70 миллионов рублей. На данные средства Рубцовском планируется выполнить ремонт более 6 улиц. Что касается строительства третьего моста через Обь, идея вызвала неоднозначную оценку. Например, по мнению депутата ОГЗС Владислава Вакаева, целесообразнее было бы построить тоннель, который мог бы соединить спальный район города с центром.